Дорогие шлиссельбурцы, дорогие братья, мужчины, поздравляем вас с 23 февраля от имени нашего легендарного КСК «Невский». Сейчас ровно через 5 минут начнется концерт. Я думаю, что вы получите удовольствие, потому что на сцене будут рады видеть мужчин, пап, братьев. С праздником мирного неба, мира в душе вам и мира над головой. Всего вам доброго. Россия отмечает великий праздник – День защитника Отечества. Этот день традиционно считается профессиональным праздником военнослужащих. Однако это не совсем так, ведь настоящее название праздника – День защитника Отечества. А таковыми является каждый мужчина нашей страны, независимо от своей профессии и возраста. Но разве можно представить нашу жизнь без настоящих мужчин – добрых, мудрых и смелых? Поздравляем вас, дорогие мужчины, с Днем Защитника Отечества. И от себя хочу вам пожелать обладать спокойствием и выдержкой, Родину и женщин защищать. Пусть в сердцах всегда звучит отвага, пусть в глазах сияет смелый блеск, пусть в душе вам песня помогает. Вам, мужчины, мы желаем честь иметь. С праздником, дорогие наши, любимые наши мужчины! Вас поздравляет депутат городского совета депутатов Сергея Мария Ивановна. Добрый день, дорогие шлиссельбурцы! Сегодня замечательный праздник. Праздник тех, кто обеспечивал нам мирное небо над головой. Кто и сейчас, в эту минуту, тоже обеспечивает нам голубое небо над головой. Пусть не гремят взрывы, пусть только салюты в честь праздников мира и добра. Сегодня от имени всего Совета депутатов мы поздравляем вас всех горожан, а особенно мужчин с этим праздником. Желаем вам здоровья, мира, добра, благополучия в ваших семьях. Пусть у вас будет терпение и любовь, и у нас все с вами получится. Всегда было так, когда приближается враг, мужчина уходил кровить захватчиков, когда Россия нуждалась в их помощи. О подвигах павших и о победах живых наполнена летопись нашей родной земли. Куликово поле, Полтава, Бородино, Курская дуга, блокада Ленинград, Афганистан, Чечня и многие другие горячие точки не обошлись без наших мужественных солдат. Нам есть кем гордиться, нам не стыдно оглянуться назад, и можно уверенно смотреть в будущее, когда рядом с нами такие мужчины. И открывает нашу концертную программу Андрей Крюков. Встречайте. Сияет по кругу солдатская водка на стол. Стоя, выпьем комбат за тебя, чтоб ты стал командармом. Крепко пальцы сжимают гитарами крик, словно ствол. Хриплый голос расскажет про твой богатлёд легендарный. Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Пусть на душе гнет огром солдатских судеб. Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Тебе труднее всех, а легче и не будет. Офицерский паёк ты солдатам ломал, как буханку. И патроны с рожка высыпал на расстеленный плащ. Всё делил пополам и ночлег под расстрелянным танком. По глотку перед боем делил деревенский первач. Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Пусть на душе огромный груз солдатских судеб.
Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Тебе труднее всех, а легче и не будет. Засверкает победа трассирующей пулей во мраке. Унесет в никуда твою радость, комбат, и твой стон. Нет на свете, комбат, для тебя тяжелее атаки. Той атаки, комбат, где сражается твой батальон. Той атаки, комбат, где сражается твой батальон. Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Пусть на душе огромный груз солдатских судеб. Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Тебе труднее всех, а легче и не будет. Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Пусть на душе огромный груз солдатских судеб. Держись, комбат, держись, комбат, держись, держись, комбат. Тебе труднее всех, а легче и не будет. Тебе труднее всех, а легче и не будет. С праздником! Все может родная земля. Накормить тебя теплым хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей красотой, и только защитить сама она не может тебя. Защита Отечества – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. И именно для вас, дорогие наши защитники, следующий музыкальный подарок. На сцене народный ансамбль русской песни «Узорье» под руководством Юрия Соловьева.
слова обращены к вам. Пусть трудности в жизни бывают, но ваших достоинств не счесть. И вас, как всегда, украшают отвага, надежность и честь. Для вас поет Андрей Крюков. Звонко я кричал, и на весь уснувший город голос мой звучал. Быть солдатским забивалой воля шла с небес. В унисон вдруг зазвучал и мой нательный крест. И я рад, я очень рад, что я родился. Я рад, я очень рад, что я пою. Я рад, я очень рад, что покрестился. И свой нательный крест я берегу. Говорил сержант бывалый, вот на войне, сынок, будешь родным запевалой, ты потерпи чуток. С автоматом, как с гитарой, бой наперевес. Да хранит певца от пули лишь нательный крест. И я рад, я очень рад, я родился. И я рад, я очень рад, что я пою. И я рад, я очень рад, что покрестился. И свой нательный крест я берегу. На свете хлопнул выстрел где-то под горой, и ударил в грудь внезапно пулею шальной. Оборвалась резко песня эхом, что окрест. Только пулю задержал он мой нательный крест. И я рад, я очень рад, что я родился. И я рад, я очень рад, что я пою. И я рад, я очень рад, что покрестился. И свой нательный крест я берегу. И я рад, я очень рад, я родился. И я рад, я очень рад, что я пою. И я рад, я очень рад, что покрестился. И свой нательный крест я берегу. И свой нательный крест я берегу. Ну что ж, продолжаем нашу концертную программу. Народный ансамбль танца «Калейдоскоп» на сцене. Смуглянка. Раз удрявый, идем звездный, знаю, я влюблённый и смущённый.
чина на партизаны, то под земли родной ждет тебя дорога к партизанам лесом. Ваших аплодисментов, поддержите их, пожалуйста. Ведь на сцене самые юные участники вокальной шоу-студии «Зебра». Встречайте, поет Эльвира Гагукян. Thank you.
Наши артисты сегодня посвящают свои творческие номера не только папам, дедушкам, братьям и сестренкам, но даже своим самым младшим из них. И сейчас историю про то, как Федор вдруг перестал быть проказником, нам расскажет Ульяна Маликова. Встречайте. Проснулся Федор утром рано и чуть не шлепнулся с дивана. Вчера разбросанные танки, машинки, кони и тачанки построились и в ряд стоят. Вот это да, подумал он, быть может, это снится сон. Но в комнату заходит мама, улыбаясь, говорит: вставай, защитник, умывайся, на кухне чай уже кипит. Вспомнил Федор, это праздник, и он сегодня главный в нем. Сегодня Федя не проказник, он маму слушает во всем. Сестренку во дворе спасает, а мама про себя мечтает. Пускай так каждый день бывает. Елена Маликова, спасибо, что посмотрели, как Федя был и улыбался. Против него сказала, что вы видите на столу. Ну что ж, у каждого человека, я уверена, есть своя мечта. Ведь человек без мечты, словно птица без крыльев. Кто-то мечтает увидеть весь мир, кто-то покорить мир, кто-то мечтает о новеньком телефоне, а кто-то о большой дружной мечте. Ну вот, например, девчонки мечтают стать стюардессами, моделями, учителями. А вот интересно, о чем же мечтают наши мальчишки? На сцене Юра Монькин и Дима Постников. Мальчишки на мечты. Со шпагой самой острой.
участница нашего концерта. Итак, встречайте на сцене Полина Карманова с песней про веселого эскимоса. Идеалом для нас. Я сейчас предлагаю, милые дамы, подарить комплименты, целую радугу комплиментов для наших мужчин. Ну, начнем, пожалуй, с первого цвета, красный цвет на нашей радуге. Давайте подарим комплименты нашим кавалерам на букву К. Ну, например, креативные. Какие еще есть у нас вообще? Классные. Еще. Красивые. Еще. Культурные. Здорово. Следующий цвет оранжевый. А на букву О. Обаятельные, оригинальные, особенные, хорошо, посложнее, желтый цвет на букву Ж, желанные, еще жизнерадостные, а на букву З зеленый цвет, заботливые, еще знойные, а как же? Так, а на букву С, синий, если цвет. Сильный, еще. Самодостаточный. Хорошо, последний цвет фиолетовый. Если на букву Ф придумать что-нибудь. Так, такой, так, посмеяться. Фантастический, еще. Фиктивный. Фиктивный, так, кто там говорил, фиктивный. Я бы добавила, что феноменальный. Так вот, дорогие друзья, самые красивые, обаятельные, желанные, знойные, феноменальные. Для вас следующий номер. На сцене ансамбль ирландского танца «Кельтская сказка». Thank you.
Можно все купить. Зачем с мужчинами нам жить, правда? Но ваши, смотрим мы глаза, дорогие наши мужчины, остается нам сказать, что сколько не было причин, жить невозможно без мужчин. Примите, пожалуйста, следующий ваш творческий подарок. Для вас поет Даша Шапотинник. Не знали и не верили себе, что у нас есть.
Дорогие наши мужчины, мы искренне любим вас. Таких не похожих, таких разных. Мы отмечаем ваш пытливый ум и юмор. Мы всегда отдаем должное вашему профессионализму и мастерству. Мы ценим ваше мужество и надежность. Уважаем вас за то, что вы оберегаете нас от невзгод. Являетесь опорой, поддержкой. И для вас следующий подарок от хореографического коллектива «Задоринка». Встречайте! Встречайте. Жизнь соединит с тобою я.
в любой ситуации. Позитива, оптимизма, а главное, хорошего настроения. Для вас танцует «Калейдоскоп». Пригласить на сцену того, кто занял место в зрительном зале во втором ряду, место номер 3. Есть? Поднимайтесь. Вам сегодня тоже удача. Познакомимся. Как зовут? Как вас зовут? Даниил. Ну, во-первых, для вас аплодисменты. А вам супруга сегодня сделала подарок? Ну, я не буду спрашивать, какой, наверное, проявила фантазию воображения, нестандартный набор, вот это пена для бритья, носки и так далее, и так далее. Вот. И от меня вам тоже такой небольшой подарок. Вы в армии служили? Конечно, а как же? Ну, вам такой армейский набор. Гречка и тушенка. Спасибо вам. Наш концерт продолжается. Я приглашаю на сцену следующую солистку вокальной школы студии «Зебра». Для вас поет Лиза Татаринова. Галина Постникова и вокальная школа студия «Зебра». Когда пляшешь ты
Мне очень хочется вам пожелать, чтобы комплименты, которые сегодня дарим вам мы, звучали не только в этот день, а и всегда. Чтобы всегда ваши любимые половинки вам говорили: сильный, верный, умный, яркий, смелый, щедрый, страстный, жаркий, нежный, добрый, романтичный, милый, гордый и симпатичный, чуткий, славный, сексуальный, крепкий, мощный, монументальный, творческий, серьезный, думающий, заботливый, верный, любящий, тихий, скромный, деликатный, веселый, оригинальный, занятный, подвижный, шумный, громогласный. Все вы любите, и все вы прекрасные, бритые, гладкие, бородатые, длинноволосые. В праздник богатые, вечно усталые, вечно спешащие, самые лучшие, настоящие. Будьте здоровы, будьте любимы, счастливы, радостны, непобедимы, больше Димы. Это взаимности больше, и ради Бога, живите подольше. Для вас поет Юлия Ефимова. Thank you.
Солдат в атаку шел вперед. Пусть вместо взрывов гром весенний, природа будет ото сна, а ваши дети спят спокойно. Сегодня, завтра и всегда здоровья крепкого и счастья всем тем, кто мир наш отстоял и кто сегодня охраняет, и кто сполна долг Родине отдал. Столетие с Россией.